Долгие поиски Цири привели Геральта к мысли, что ключом к разгадке тайны послужит Ума, самый отвратительный человек на свете, над которым тяготело загадочное проклятие. Ух, не помню, когда уже последний раз заходил в Ведьмака. Наверное, пару месяцев назад. Так, тут, наверное, какое-то место очистить надо. Да, как обычно. Пришли такие на все готовенькое. Так, а чё? Пошариться же надо. Нет, сейчас уже не пошаришься. Если у меня сын родится, варвары, назову Геральтом. Они что, сидят, все палят. Чтоб чудовищ убивать, можно заработать. Ты слышал о бригаде в Рихе? Такие, как ты, там служили. Нет. О. Ваом. Эс флюхтен. Ааа! Вафор. Ну, надо еще два таких, и будет целый большой. Чем мне с мутациями? Так, и вот эту хочу открыть.
Надо один зеленый просто. Красный-то есть. Зеленые есть, в принципе. А. Тут их три надо, зараза. Никаких. Ну это с призраков зеленые падают. Надо призраков загасить побольше. Аэн Медете. Ну же! Эстуат Аэсен Новиград. Стой! Эльсай Вайк. Ор Аэн Аркеай! Нильфгардца. Наверное, какое-то сокровище будет. Но! Император поведет нас прямо на Новиград. Гнездо Гулей, надо его уничтожить. Покажи, что умеешь. Ха-ха-ха!
Гнездо гулей, надо его уничтожить. Герб преданий. Вот. Это генчик. Так, это один получится. Надо еще. Держись от меня подальше. Иди, откуда пришел. Oh.
они. Такие, как ты, только болезни разносят. Паражитизм и дизентерию. Честь и отчизна. Шевелись, плотва. Где плотва? Я пришел поговорить насчет заказа. Заказа? Ах да. Что-то я такое подписывал. Говорят, какая-то тварь нападает на одиноких прохожих и бросает тела в Оксенфурские канавы. Почему вы сами этим не займетесь? Может, потому что нам нужно выиграть эту долбанную войну, и у нас нет времени лазать по стопам. Сначала поговорим о величине награды. Если ты себя покажешь как следует, тебе жаловаться не придется. Риданская армия — это не банда оборванцев. На Ведьмака у нас денег хватит. Сейчас посмотрим. О, ты начал дело говорить. Может, мы еще и сговоримся. Но пока все равно слишком дорого. Ладно. Столько я могу дать с чистым сердцем. Я возьму этот заказ, но мне нужно больше деталей. Расскажу все, что знаю. Я хотел бы осмотреть тела жертв. Да трупы как трупы. Когда я осмотрю раны, будет ясно, что это за тварь. Спроси нашего коновала. Может, он не сжег еще тела? Он, наверное, в хижине сидит на берегу. Мы там как бы морг устроили. Есть какие-нибудь свидетели? Кто-нибудь видел эту бестию? Какая-то женщина пережила нападение. Говорят, она с того времени не просыхает. Так что я бы ее поискал в корчме в Оксенфурте. С наградой же проблем не будет? Не будет. Хочу, наконец, это выбросить из головы. Ты медик? Я хотел осмотреть тела жертв. Ах да, я еще не велел их сжечь. Ты делал вскрытие? А зачем? Нищие попрошайки. Все смердели дешевым вином. Я могу взглянуть на останки? Не хочу, чтоб ты шастал тут. Мне вернуться с письменным приказом? Но какой же ты доставучий. На тебе ключ от мертвецкой. Иди разглядывай, сколько влезет.
был пьян, и кто-то тянул его по мостовой. У него на шее следы клыков. Вампир сосал из него кровь. Укус вампира и сильный запах алкоголя, как и у первого. Обычному человеку я бы поставил диагноз аниме, но ты совсем не обычный. Ты ведьма. Ну, пошла. О, может, поставишь бутылочку жертве бестии? А ты расскажешь мне о нападении чудовища? Без бутылки здесь не справиться. В другой раз. Сейчас разберемся. О, может, поставишь бутылочку жертве бестии? А ты расскажешь мне о нападении чудовища? Без бутылки здесь не справиться. Думаю, ты мне скажешь все, что я хочу, и без всякой бутылки. Да, скажу. Я тогда выходила из корчмы. А может, я и выпила лишнего. Но это мне точно не привиделось. И вот что-то в переулке окликнуло меня по имени. Было темно, и я не видела, что там. Но точно не человек. Откуда такая уверенность? Просто знаю. Это нечто схватило меня за край юбки. Но я вырвалась и убежала. Только и всего? Немного ты видела. Ты тоже мне не веришь? Да иди ты! Мокро, мокро. Раз дождь, так и должно быть мокро. Потертый браслет, под позолотой видно серебро. Для женской руки он слишком большой. Скорее всего, его потерял нападавший. Повреждения на теле жертв и любовь к бижутерии подсказывают, что я имею дело с катаканом. Вампир любит кровь пьяниц. Этим-то я его и приманю. Я тебя помню. Что принести? Хочется нажраться, как свинья. И желательно дешевым вином. Неприятности с девушкой? Неудачи в торговых делах? Ни то, ни другое. Работа у меня такая. Но наличность, пожалуйте, вперед. Давай, пусть кружка все время будет полной.
Девица из Виковара любит только зомбаром. У второй из Виковара не в чести ложится даром. Только он, сука, не слышит. Попробуй еще один куплет. Эй, куда? Похоже, дождь собирается. А у третьей нету правил, лишь бы кто-нибудь да вставил. А у третьей нету правил, лишь бы кто-нибудь да вставил. Что все это значит? Хамство и деградация! Упадок морали и нравственности! Ладно, ладно. Я чую твою кровь. Ну иди сюда, скотина. Я выпью твою кровь. Хватит пиздеть. Куда он пошел? Я его слышу. Он идет к домику над рекой. Меня.
Короче, Квена, ух ты, прикольно. Королю Радовиду. Вот сука. Я уничтожил чудовище, которое убивало жителей. Здесь поселился Катакан. А ты правду говоришь? Что еще за Катакан такой? Высший вампир. Очень интересный случай. Это по какому же поводу такой скотиной можно интересоваться? Он питал слабость к алкоголю, у него было чрезвычайно раздутое самомнение. Ну, главное, что его кондрашка хватило. И тебе за это честь и слава, ведьмак. Прощай. Шевелись, плотва. Веди себя прилично, ведьмак! Надо было в лесу остаться. Глазище. Они староваты для любви. Чёрные. Очередной приблуда из семей. Отлично.
ты здесь ищешь, злодей? Здравствуй. Здравствуй, Гер... Покажи. Будь здоров. Короче, один зеленый надо где-то надыбать. Как по мне, самая крутая вот эта мутация. Снижение урона. Сил нет. Жопа, позор! Чёртова ублюдка! Что стряслось? Островитяне за Скеллиги заняли хромоножку Катарину. Как это заняли? Побили корчмаря, выгнали девушек, пьют со вчерашнего дня. Вроде бы добычу какую-то захватили и обмывают. Ну да, они же островитяне. Зато ты, господин, на порядочного похож. Помоги, прогони этих висельников. Много у нас нет, но мы все скинемся. Ну ладно, посмотрю, что можно сделать. Правда? Значит, есть еще на свете добрые люди. Очень жаль, приятель, но придется себе поискать другое место. Сегодня это заведение – часть Скеллиги. А мне кажется, что мы в Новиграде, а в Новиграде соблюдают новиградские законы, которые вы как раз нарушаете. Это как это? Нам что, выпить спокойно нельзя? Развлечься? Иди отсюда, мужик.
А то сейчас на себе почувствуешь, что такое гнев воина Скеллиге. Этот ваш гнев ничем не помог против ледяного великана. Мой меч оказался лучше. Погоди, так ты Геральт из Риви? Тот, что с молодым Анкрайтом плавал на Ундвик? Тот самый. Ну, это совсем другое дело. Если друг просит, воин Скеллиге не отказывает. Ребята, идем отсюда. Геральт, победитель великана, хочет занять эту таверну. Но по мне лучше добрый топор. Эй, здравствуйте. Что стряслось? Спасибо, спасибо за помощь. Одни мы бы с ними не справились. Мы не богатые, но, надеюсь, этого хватит. Хватит. Прощай. В принципе, тут немного вопросов осталось с Дотсинкурта и здесь. Но тут уже другая территория. Хотя вот здесь вот квест какой-то есть вроде.
нет квеста. Это был тут квест, я помню. Еще, да. Вот можно призрака этого убить, медоносного. Пошла!